Так, ну что, сырников мне досталось? Досталось. А-а-а. Боба, спасибо тебе за сырники. Боба! Не за что. Приятного тебе аппетита. Спасибо большое. Я чуть-чуть положила. Ты больше положи. Я худею. Я худею. А положил тогда. Ой, юморист. Что, моя радость? Приятного аппетита и с приехом тебе. Спасибо большое. Ты мне даришь раскраску или даешь просто проскрашивать? Проскрашивать. Спасибо, радость. Можно я сначала покушаю, а потом проскрашиваю? Ты будешь со мной есть? И попозже. Хорошо. Я выкопала у себя розу. Хочу с Любаней поделиться. А то мне некуда сажать мои розы. Вот. Сейчас пойду к Любаньке схожу. Она еще не знает, что я приехала. Еще не знает. Сейчас узнает. Сейчас мы наведаемся к ней. Так, ой, вот эта роза. Вот, хочу ее Любане отдать. Ну, и еще мы ей хотим подарок вручить. Подарок хотим вручить, да? Да, хотим. Эй! Любанька у вас? Нет? Сейчас мы к ней сначала зайдем. Здорово! Эй! Сейчас зайду, зайду. Ой, все закрыто. Любаня! Вот только подглядываю, да? Сейчас как даст в глаз дверью. Че позакрывалось-то? То у нее все закрыто. Цивильно нажала на звонок. Пошли. Кричит, Любанька, соседи. Пойдем, нечего закрывать, пойдем. Не смотри туда. Самолет летел, колеса терлися. Вы не ждали нас, а мы приперлися. Где? Здрасте, здрасте. Вот и мы. Любаня, я у тебя вот этот потом жду. Да, я обещала. Ну давай, ты это посудишь куда надо. Сейчас прям все брошу. А сейчас мы вам подарок. Мы вам подарок привезли. Подарок привезли. Люся, давай. Тащу. Всех отвернула. Всех отвернула. Так, девчонки, поворачивайтесь. Мы вам привезли. Ой. Мы вам привезли аэрогриль в подарок. Да, я же смотрела. Классный, маленький, аккуратненький. Да, да, картофель фри будешь готовить. Это только картофель здесь? Да почему? Здесь все, вот тебе овощи, мясо, выпечку можно делать, все, что хочешь. Обалдеть. А я влоги смотрел твои и говорю, так, я к ней с продуктами, у нее вся техника, и пусть она мне готовит. Вот, нефига обалдеть. Ко мне топтаться каждый раз. Вот тебе техника, обалдеть. Вот тебе готовит. Да, вот готов. Это вам подарок нам. Люба, вот мы тебе дарим. Спасибо. Ну спасибо, все. Хороший. Теперь, значит, как мне голову ломать? Почему голову ломать? Там инструкция есть. Зачем тебе голову ломать? А лаверды? Люба, у нас с тобой всю жизнь лаверды. Давай вот это не будем. А лаверды, не а лаверды. Во, видишь картошку? Картошку-то я вижу. Посолила ей, порезала ее вот так. А мясо можно? Во, я мясо люблю. Вот мясо нарисовано. Картошка и макарон нам вредно есть, правда? Вредно? А мясо не вредно. Ничего, Любаня. Картошка. Главное, сытно, а не вредно. Вот, Натя, делки, готовьте. Все, ой, ну вообще. Помогу главное, готовить. Вот последний влог я смотрела. И я никогда, у меня идеи такой не было. А здесь говорю, разыгрывает. Ага. Если бы я умела, я бы тоже в розыгрыше поучаствовала. Вот ты поучаствовал. Мне сказали, своим дарите.
Я говорю, это, в смысле, разыгрывайте своим. Я говорю, своим я так привезу. Вот именно, точно. Вот он. Смотри, какой. Вот тебе тут автоматические программы. Вот он. И выпечка. Я все смотрела, все твои розыгрыши. Поэтому здесь ты тоже меня всему научишь. Да. Вот такой махонький. Очень и Юля большой. Приедет, все так сделает. Да, да. У да. нас на 5 метров кухни только вот такое и надо. Так именно какой компактный. 5 метров кухни? У тебя тут кухня больше. Нет, да, тут-то побольше. А я же его еще и домой отвезу на 7 месяцев. Здесь только 5. Да что ты говоришь? Да. В общем, знаете, кушайте, девочки. Не обляпайтесь. Не обляпайтесь. Не обляпайтесь. Так что, тетя Маша, на тебе. Господь велел делиться. Жарчите и пейте. Точно. Хороший подарок. Все, как что-нибудь сотворим, значит, с меня поляна. Стакан, слышишь? Стакан. Помнишь, как наша мама говорила? Стакан. Это наша бабуля. Стакан. Да ничего, тетя Маша. Помаленечку. Вот, видите, отпустили меня. Вечером, да, я уже говорю, сейчас приехала, со своими надо тоже повидаться. А да, Женя как соскучилась по ней, она по Жене, правда? Потискаешь, потискаешь. Думаю, вечером я вся твоя. Договорились. Потому что знаю, что соскучилась и по Женьке. Не узнаешь, как с ним, ты мне это... А мы с ней, я приду. Я только с тобой. Мы с тобой сделаем. Этот, купили, как его, Гордену. Правильно я назвала? Какую Гордену? Ну, газонокосилку. А что там? Ну, Гордену, как ну, мне посоветовала. Да, ну. Ну, привезли, поставили. Ну, травы не было. Ну. Сейчас уже гасить надо. Я говорю, в воскресенье приеду, пусть сами технику начинают. Почему это? Мне надо показывать. А купил кто? Это мне подарили на день рождения подружки. Давай сейчас ездим. А они привезли, а я ей говорю, мне один раз покажут. А тебя-то не было. Ну давай завтра покажем, да и дело с концом. Чего ты как маленькая? Мэ! И все. Что там думать-то? Ну ты же приехала, тетя Маша, пустишь, и будет тетя Маша, дыр-дыр-дыр-дыр. Точно. Все, я побежала, у тебя там парник очищает. Ага. Приходи, потом потребуйся. Ты опять будешь в старом сажать? Че, не собрались? Не собрались. А че так? Решили сначала вот глину нашу засыпать, а то Женя вся в глине валяется. Вот, и земли заказали, завтра приедут. Уже заказали? Да, уже все. Пять машин вот сюда. А он говорит, к Василию Ивановичу поехал, они там на дороге стоят. Я думала, ты там. Нет, посевная, ты что? Ясно, все, девчонки, я побежала. Жду до вечера. Давай, пока-пока-пока. Пока. Спасибо. Ура! Ой. Вот к Василию Ивановичу землю привезли. А завтра и нам землю привезут, но не на такой машине, на маленькой вроде. Сейчас пойдем узнаем у Василия Ивановича, что у него там. И зачем он землю везет? А он тоже, наверное, будет засыпать, как же, так же, как и мы. Здорово, привет, дорогой. Привет. Здорово. Привет. Мы на завтра заказали 5 кубов. Ты засыпать тоже будешь, да? Я так рада, что я приехала. Шла по дороге и песню пела. Ой, как же там? Что-то... Да-да-да, потихонечку обо мне ты забудь. Заживет твоя ноженька, проживем как-нибудь. Вошла в калитку, а Борька говорит, дыхни. Ой, господи, от Любаньки пришла. Ладно, пошла в парник. Чего я тут-то трусь? Мне надо в парнике все заканчивать. Так что... Уменьшается? А можно мы заглянем? Нет. Уменьшается. Что-то как-то плохо уменьшается. Да, чуть-чуть просто совсем. А что такое оранжевое здесь? Поплавочек. А зачем он нужен? Водичка закончилась, насос выключился. Че? Поплавочек. Водичка закончилась, насос да, выключился. Он отключается. А это что такое привязали? Ну, чтобы постелить. Это самое главное. Это придается к насосу. Без нее насос... Дрын вот этот, да? Без дрына не работает. Если не качает, берешь дрын. По парнику, да? Чтоб вот так вот сразу раз и разлилось все. Ты видел, смотрел на ютубе или где-то, не помню, по мужика с телевизора. Футбол идет, он орешки приготовит. То показывает, то не показывает.
И кончается тема на орешке, все разбил телевизор. Неси ножик. Ноутбук разбил. Неси ножик. Такое впечатление, что поплавок вот прям живой, да? А кто на нем катается-то? Жукашка какая-то, что ли? Смотри, как дергается. Ой, ладно, я не могу на это смотреть. Я пошла в парник. Вкусняшка, ням-нямка. Ага. Ой. Где секатор-то, господи, Люба? У меня такое чувство, что я здесь как этот, как терминатор. Текс. Текс. Это начеренкована роза. Ай, иди сюда. Вот уже с такими большими корнями. Так, вот еще одна роза. Вылезай. Вот с такими корнями. Буду сажать. Пока обрежу вот так ветки. Вот, вот отсюда это все пойдет. Сделала я большую глупость. Знаете какую? То, что я в парнике, это дело все не укрыла. Но, правда, все живое. Все живое. И все это живое я хочу выставить вот сюда. Вот так. Чтобы Борису не мешалось. Вот так. То есть отсюда уберу. Ой, господи, главное, чтобы не завалилось ничего. Здесь у меня все в горшках. В горшках? Не в горшках. Вот это не в горшках сидит. Вот это в горшке. Переставлю. И завтра я вот этим займусь. Так, это мне не надо. Женек, ты со мной рядом села, да, моя рыбка золотая? Ты моя птичка сладкая. Ты мой цыпленок. Цыпленок Манин. Что такое? Видишь, не могу, Женек. Давай мы с тобой попозже поиграем. Не могу. Борис дал задание Любане убрать отсюда все, что ненужное. Да-да-да-да-да-да-да. Как я это все не закрыла? Вот дурочка. Как я все это не закрыла? Так, пойду-ка я ведро освобожу. Об одном ты забыл. Потихонечку. Это измельчитель просто необходим. Обо всем ты забыл. Ну вот, сюда Бориска, Барбариска, все будет сажать. Мне самое главное было убрать. Куда я совок-то делала? А вот он. Кости кто-то голодал. Что здесь? А здесь ничего. Можно смело выбросить. Все, Борис может смело здесь копать. Мы задание выполнили. Все, здесь чисто. Пусть он копает. В танковых частях. Батюшки, папоротник. Ой, какой хорошенький. Ой, головки, как у птичек, кудрявые, красивые. Этот надо обработать будет, а этот совсем другой. Ой. Все уберем. Все будет красиво. Посмотрите, какая красота, ребята. Лохматые головки. Кто это тут крадется? Боба, мы задание выполнили. Тут растет вот это, что Наталья передала. А кого Наталья передала? Выживет, нет, я не знаю, потому что он был весь сухой.
А какая Наталья-то вот передала? Длинный, с цветами весь. Ал, о чем он говорит, Ал? Какая Наталья-то? Я откуда знаю? Ты говоришь, от Наташки. Папоротник, кстати, надо будет выкопать и кому-то раздать, а то его очень много. Думаете, я вспомнила, что там Наталья передала? Вот такой, говорит, длинный. Ничего не помню. Какой длинный? Чё там длинный? Ничего не знаю. Фу. Эти грядки будут равняться. Крыжовник будет убираться. Знаете, как жалко выкапывать клубнику и чеснок. Но знаете, как жалко? Вы себе просто не представляете. Ой, моя дорогая Ива. Аллочка ее подстрижет. Что-то она, мне кажется, чуток наклонилась. Надо ее оттянуть в другую сторону. Оттянем. Знаете, как оттянем, ребят? Вот так возьмем. Ой, и вот так ее оттянем чуток. О, в ту сторону. Ну и Аллочка ее подстричь должна. Так, теперь вот эти ветки убираем. Ну и, в принципе, убираем эту смородину. Она, конечно, хорошая. Она сладкая, она обильная, но она старая. Она очень-очень, ребят, старая. Поэтому я хочу ее обновить, нарезать веток и поставить, чтобы ветки пускали корни. Так, лопухи. Ого, лопухи разрослись. Это детеныш лопуха. Вот видите, какой он смешной, да? Как гриб-сморчок. И вот еще лопух. О, зацветает. Зацветает. Смотрите, как цветет этот лопух. Вот. Ну что, нюхать будем? Ой, он приятно пахнет. Он очень хорошо пахнет. Только цветы какие-то неустойчивые у него. Ой, хорошо пахнет, ребят. Очень душистый. Но его тут много. И кто-то его с аппетитом ест. Видите? В общем, короче, он занимает слишком хорошее место. Его отсюда надо пересаживать. Ой, куда полез агрессор? Вот это полез. А это кто полез? А, это Женька. Женька! Женька, любимка моя! Кто тут? Кто тут? Женя, кто там? Кто там? Кто там? Кто там, радость моя? Понятно. А ведь сажала в ведро, ребят. Короче, прорвало все ведро. Ладно. Так, Ива-то у нас сидит хорошо. Ее просто нужно выпрямить. Ладно, это мы с вами сделаем. Все сделаем. И вот это удалим тоже. Что это тут такое сидит? Ну, ее, правда, сейчас не вытащишь. О, вытащишь, вытащишь. Обтрясем. Обтрясем. И вытащили. Его тоже жалко, конечно. Чеснок. О, заодно чеснок рыхлим. Ребята, не забудьте, не выбрасывайте стрелки чеснока. Помните, я вам говорила? Не выбрасывайте. На канале есть рецепт мазилки. Не вздумайте выбросить. Обижусь. Не, ну обалденная мазилка получается. Не выбрасывайте, очень вас прошу. Знаете, вот не люблю просто пропалывать, когда пропалываешь и бросаешь рядом. Вот терпеть не могу. Поэтому, Люба, уйди отсюда. Завтра с утра начнешь все делать. Ухожу, ухожу. Ну не могу я оторваться, ну не могу я оторваться. Очень хочется все это почистить. Люба дорвалась. Люб, ну будет завтра день. Ну что ты как маленькая, ей-богу. Так, ушла отсюда. Я кому тебе сказала? Сейчас уйду, уйду, уйду. Еще чуть-чуть. Ой, ребята, красота. Вот она, естественная поза человека, который любит дачу. Ковыляй потихонечку. Ну пока хорошо тащится-то. Обо мне ты забудь. Женька еще помогает тут пропалывать. Вон. Она ест, я хоть не ем. Ай, ты радость моя. Помощница. Обо мне ты забудь. Да-да-да-да-да-да-да. Проживем. Что-то песня-то какая-то непонятная привязалась. Как раньше, по-моему, называли песни блатными, да? Блатные песни. Кто из старшего поколения помнит, ребят?
девчонки, кто помнит? Ковыляй потихо. Люб, ну хватит. Нечего развращать молодежь такими песнями. Да что ж такое? Да мне... Тьфу! Все, больше не буду. Честно, честное слово. Крапива. Ага, крапива. Пора варить крапивные щи. Слушайте, а правда, давайте завтра крапивных щей наварим. Щей с крапивы. Хорошо, я ее выдергивать не буду. Пусть она до завтра еще подрастет. Сейчас вокруг только дерну. Так, крапива, держись. Я не под тебя пришла, не по твою душу. Женя все сорняки съела. Женек, ты что, слопала, да? Ты что, слопала, что могла? Всю траву? Слопала, слопала, моя радость. Любимка моя ненаглядная. Мой родненький цыпленок. Так, ну ладно, здесь все готово. А ты что делаешь-то? Ну, просто разбираю кухню, чтобы можно было потом приятно приготовить ужин. Слушай, давай договоримся. Тогда ты занимаешься этим, да? Потом там своими делами, которые тебе надо. Папа стережет крылья, а мы пойдем с Машей покатаемся на этой. Ну, на площадку сходим, ладно? Да, хорошо. Все, давай, пока. Пошли мы. К ребенку что, Женю нельзя брать с собой, да? Ну что, Мань, тогда мы с тобой пошли? Сейчас ты уверен, что велосипед быстрее твоего. Но, Маш, я, к сожалению, здесь не могу ехать и снимать. Ну ладно, я, конечно, попробую. Мухтар постарается, но только боюсь, всех трясти будет. Не, ну конечно, Маня быстрее едет. И этот самокат какой-то высокий. Не, здесь мне Маню не догнать. Ладно, пойдем пешком. Маня от меня улетела. Господи, как хорошо, ребят. Как же я счастлива, что я приехала. Правда, уже вечер. Уже солнышко садится. Но мы с Маней все равно сходим на площадку. Я ей обещала. Маруська там покатается. Ну, а я ее подожду. Завтра вечером много дел. Вечером. Почему вечером-то? Утром много дел, потому что землю привезут. Бригада приедет, будет работать. Растаскивать эту землю. Потом Алла посеет клевер. Вы знаете, сколько мы сеяли газонную траву? Фигня какая-то получалась. А клевер, он ложится таким ровным ковром. И цвет красивый. Ладно, все, пойду с Маней. Да, Марусенька, слышу. Нравится, да, Маш? Да. Качающаяся веселка. Качающаяся веселка. Слушай, Мань, смотри, люди принесли сюда машину. А ты не хочешь свою сюда же принести, отдать насовсем? Ну, конечно, она сломанная. Какая, вот эта? А, ну да, руля нет у нее. Ну нет, я не про эту, я про свою. А. У которой глаза пропали. Ну и ладно. Ой, мама дорогая, это ж кто ж тут такой лежит-то, а? Батюшки, да вот смотри. Борис лежит. Борис лежит, а? Борис, Маша. Да нет, вроде не Борис. Да что, Борис, Борис. Да не Борис. 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 Давай мы его поставим. Муж Борис. Муж Борис? Да. Ладно тебе, муж Борис. Ой, а это кто? Куда борода делась? Бороду кто-то у гнома сгрыз. Маш, здесь столько разных игрушек. Да. Прикольно. Слушай, даже мне интересно покопаться в этих игрушках. А вот еще. Это Незнайка, наверное, да? Незнайка. Тоже давай в компанию поставим. Еще Незнайку. Дед? Опять дед Борис, нет? Да нет, не дед Борис, по-моему. Это, похоже, мой папа.
игрушка в песочнице. Бабушка, если хочешь покопаться в игрушках, да, залезай нет. в песочницу. Стой, я тебе кое-какой клад покажу. Я его закопала. Сейчас, дашь мне... А, ладно. На. Ага, сейчас. Мне надо это откопать. Ты прям клад здесь закопала? Может, его уже кто-то раскопал, Марусь? Ой, мама дорогая, сколько здесь всяких зверюшек-то. Это кто? Кошка, слоненок, тигр. А это кто? Корова. Смотри, какой песок. А здесь кто? А здесь тигренок. Маша, если бабушка сядет на качели, качели не рухнут, Маш? Не рухнут. Попробуй, не боись. Маня, ты как с бабкой разговариваешь? Не боись. Ой! Правда, не боись. Ой. Вот ой, бабушка. Слушай, а винты-то не открутятся? Ой, бабушка. Что-то мне как-то... А скажи, там... мне, а это еще что такое? Мань, я не знаю. Слушай, подожди, дай мне качели проверить сначала. Что там внизу? Гайка. Ну, надеюсь, мой вес выдержит. Ладно, поехали. Ой. Эх. Господи, только мне рухнуть. Буду держаться, как Маруся. А-а-а. Это не я, это качели скрипят. Белый цвет, черемухи цвет, это любви веселый привет. Та-да-да, та-да-да, та-да-та-та. Ух! Та-да-та-та, та-да-да-та, та-да-та. Здрасте! Да ладно! Так здорово, все разговаривают друг с другом. Даже те, кого я не знаю, и меня никто не знает, например. Молодой человек сейчас проходил. Говорили с ним. Ух, ребят, красота. Белый свет, черемухи свет. А я видела ее, Маш, меня вырвет на карусели. Не вырвет, вырвет, Маша, вырвет. Так, бабушка, не боись. Я боюсь. Конечно, боюсь. Ой, боялка какая-то. Я не боялка, я трусиха. Трус. Белый свет, черемухи свет. Давай, давай. Это весны, веселый привет. На-да-да, на-да-да-да-да-да-да. На-да-та-там, та-да-та-та-да-та-там. Цвела черемуха душистая. Ой, мушки прям в рот летят. Тетя Люба, закрой рот. Кстати, а здесь соловьев почему-то нет. Не слышно. То ли дорога шумная. Мань там на карусели. Ну ладно, надо идти к Машке. Я же все-таки вышла с Маней гулять. Любаня, тормози. Опа. Ну чё? Не-не, я не буду кататься. Маш, ты чё, вырвет, ей-богу. Да бабушка, не буду. Чё, бабушка, вырвет бабушка? Бабушка, разве я плохого тебе советовала? Маша, ты можешь. Я не могу. Сейчас. Я уже пробовала. Ну, хочешь, я тебя раскручу? Садись. Да чё, вместе будем садиться? Нет, Маша. Трусиха. Держись, трусиха. Трусиха. Да ты у меня не трусиха зато. Трусиха! Карусельная! Я смотрю, меня уже тошнит, Маша. Бабушка! А? Садись! Нет! Ой, не хочешь, как хочешь? Маша, у тебя еще несовершенен вестибулярный аппарат, поэтому ты можешь крутиться. А я уже крутиться не могу. А что? Смотри, как просто вместе крутится и без всякой вот этой... Маня, мне плохо станет, зайка! Так! Ой, короче, хочешь, как хочешь?
хочешь, сядешь. Не захочешь, не сядешь. Ладно, давай только на чуть-чуть. На чуть-чуть. На чуть-чуть. Так, я сяду на красное сиденье. Что? Давай крутить. Ой, ну точно вырвет. Да не вырвет. Да вырвет. Тебе говорю, вырвет. А я тебе помогаю маленькими лапками. Так, ребята, ну, в общем, вас сейчас тоже вырвет. Не вырвет вас, ребятушки. Вырвет. Вы только делаете, что сомневаетесь. Да, Маша. Вот как... Потому что мы взрослые. Вот как сомневающиеся Маша, зрители. Маш, а Маш? Все нас стошнило. Так, Маня, тормози. Тормози, мой вестибулярный аппарат не выносит этого. Не только мой. Я думаю, там уже зрителей всех вырвало, Маша, на монитор. Да не вы. На монитор компьютера. А мне хорошо. Правда? Ну, разве не красота? Красота. Маша, у меня вообще все уже рябит перед глазами. Так, все, тормозим. Сейчас. Ты пока ничего не делай, я остановлюсь. Спасибо, Маня. Я выхожу, пожалуй. Ой. Да что она бесконечная такая? Конечно, бесконечная. Ой, мамочка, куда это меня повело? Ой, господи, Маш. Бабуся и гуси. Бабуся и гуси. Ой, ну тут у нас, конечно, пакость жуткая, честно скажу, даже... Не хочу показывать. Обычные какие-то... Подбираемся к кустам, где поет соловей, ребята. Слышите? Ну, здесь, конечно, помойка, но не обращайте на нее внимания. Здорово. Хорошо сюда прийти поздно вечером, когда темно. Тогда будет лучше слышно. Ой, улетел. Маруся, уже возвращаемся домой. Солнышко садится. Последние лучики. Но уже совсем-совсем не теплые. А на этом я сегодняшний влог хочу закончить. Всем-всем, мои хорошие, спокойной ночи, доброго вечера, светлых снов и прекрасного утра завтра.